Сахар, знаешь, так вот, и на полу, и на столе. Подожди, куда она попала? А! Стенка от потолок. Сейчас я буду снимать. Веником. Паук. Еще один. Мамай, не маленький. Подожди. Это не я виноват, а вон это вот. Они там колбасу едят, там как короче вы сымал. Колбасу? Да, колбаса и сыр сымал. Положи, пускай кушаем. Положи, мы думаем, сам. Оля, чайник не на месте. Сейчас сама. Чайник сам, посмотри, ну-ка. Ну там все кружки новые. Да ты какая мы, будешь нормально гулять? Смотри! Ой, я думал, что такое капельто, не понравилось. Запомните, ну вот ручки будем держать только здесь, по крайней мере. Я сейчас лопат ехать. Я хотела доску. А, ну кружки будем держать. Получилось. Вон прикол, висит. Аня, да. Это твоя половинка. А почему? Давай. Кто чай не допил с мамой? Я. Ты допей. Вот сахар убери. Какого счета? Ну, блин, логично. Это что за банты тут сидят? Ты больше ничего не придумала? Пух, смотри, банты висят. Мои дочки не потеряли, а то я за них отвечать могу. Вон банты висят. Где банты? Вот туда не кидайте, смотри. Ага. Вот туда швырять, ну что это такое, Людмила? Прям гантели как. А то Николай нас сосадит, это потом... А ну подожди. Повалится потолок. Да, а то люди попали, 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 Это наше новое общество. Это Екатерина, это Жанна Фриске смогла. Да какая Жанна Фриске, она умерла вообще-то. Придумать название общества, а то что-то не очень тут не написано. Не, ну комната реабилитации инвалидов, но может там... Нет, надо такое как-то придумать название. Как насчет этого? Лидеры, комната лидеров. О, пойдем. Не, они лучше. Ну, Николай, на пункт. Ладно, убьет, мало, кружок. Окей. Цирина, как бы, посидка была. Фу, дай я перекину. Нет, я перекину, дай. Кружок, если не перекину, то кидай другие. Не, 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 Ну, я стенку. Просто я еще... Можно сейчас только более еще, а то я не полистала, потому что... И блин, ты знаешь, а мне не нужно... Дай мне дотик один. А то мне так неудобно, я это... Сейчас стенку влепит. Вы сейчас дома в дротике есть? Да. Я вам повешу. Мама... Так, это, тетя Лен, так у нас еще есть дочки, те, которые... Вот мы брали страх, те, которые... Там же надо одна сила, там падает у нас постоянно сама. Почему? Ну, я не знаю. Мы когда с Апром мы едем, одни вот еще ничего с бабками, те, которые тяжелые имели. Вот что ребенок сюда бабками, эти еще ничего пока не имели. Первый и последний. А вторая, вот мы начинаем шевелить с Николаем по очереди. Одна падает, и вот бумажка сама, она еле там всякая, она падает, а там ей уже так было, уже такая, по крайней мере. А почему я вот не знаю? А вот эти у тебя с коробочки, там у тебя с коробкой, у тебя где домовка с коробкой? В мусор упал. Дротик в мусор. Отлично, все, дай мне. Моя лапка. Две кушетки дай. Я вам повешу. Надарка повешу дома. Будете кидать. Я кидаю. Сейчас, подождите. Кидай. Что ты не получилось? Это не надо. Люда, только подожди, не надо. Люда, пока не надо. Пока не надо, пожалуйста.
Ой! Ой, мама, ну я тебе говорю, не надо, ну трогай жалко будет. Мама. Дети, никогда такого не делайте. Ну давай, это не потолок мой, я тебя умоляю. Потолок потом будет валить, я же за них отвечать не буду. Потолок будет. Ты бы еще выделал меня с собой прям все. Так, что, куда свалить сама не знаю? Не, ну вы можете это не кидать, ну что мы такие не лазим. Так, где-то. Так, сейчас потолок. Нет. Ты ее. Сейчас, стенку. Не, не отклонись. Так, так, не дышать, там. Сейчас, потолок. Стенка. Не так, упала. Вот сюда стапель так делся. Упала потом. Так. Пух, теперь ты кидаешь на тьму. Ну, сейчас буду стенку. Не надо. Там уже одна отваливается. Там уже там потолок. Ну, ладно, стенка, если одна отвалится, и потом что-то. Главное, сажаю тогда сама. Если будет пол потолка, блин. Ну, это вообще смешно. Пол потолка. Тихо. Не поднимать, а это даже так сможет быть. Не поднимать сможет. Так, теперь я играю сможет. Прямая очка сможет. Да. Так, где-то сможет. А кто-нибудь мне дротики даст покидать? Ага. Ну, сейчас я покидаю, а ты после... А потом меня снимешь, как я кидать буду. Музыка детская. Алексей, передай теперь дроки. Я забираю у него Лютма. Ну. Лютма, отдай ему, он пусть покидает ему. Не, ну пускай кидает. Вон, я пока засниму, я сниму. Сейчас. Угу, сейчас. Лют, потом Алексей передашь дротики сама. Ага. Я тоже хочу в кадр попасть. Дротик подними, ага. Дротик под сразу. Лют, отдай сразу Алексею дротики сама. Давай. Алексей, снимай дротики снимай сама. Сейчас. О. Ага. Красные майки. Ага. Хочу вот так сказать. Новая, кстати. Первый раз. А медаль снял. Медаль дома висит. Окей. Так, кидай. Меня тоже снимай. Ну да. То меня, то туда. Хорошо, смам. Сначала Дарса, а потом тебя, смам. Так. Теперь тебя. Два дротика. Понятно. Отлично. Зеленый и красный. Это... Супер. Словались. А, зеленый, короче, красный, зеленый это в негативе. Это да, сама. Бух. Лица. И зеленый. Последний. В полете. На моей очереди. И один упал, сама. Погоди, дай мне. О, засняли. А, один, погоди, один, погоди. Один прикинуть. Один прикинуть, сама, да, один прикинуть. Да, да. Давай. Да, кидай туда. Лук. Ну, своим потолком, когда мы здесь похожи, моя так, очередь. Так, теперь Анюка кидать. После Аньки я потом ты пухнем. Так, да. Вот так кидай.
Сейчас на бумагу полетит туда. Да. Нам же так было. Как это? Дротик валяется на полу. Перекидывай. Так, она может один перекинуть, а только еще смог. Один смог. Все, стояние, чтобы она чтобы она не ляпнула. Еще один перекидывай, смог. Да из-за тебя. А ты меня поденег не вшей. Вот ты крученый. Вот, вот приятно. Заснял? Я крученый. Я закидываю, потом я вот все хватаю, я кидаю, но никто не подходит. Ой, давай сиди, блин, мама. Да я вот тоже думаю, надо уже домой. Перекидываешь? Одну я одну перекидываю, мадам. Потом я кидаю. Алёна, после меня идёт Алексей, я кидаю. Я кидаю. После меня Алексей идёт, мам. Я кидаю. Я у Алексея хватаю телефон, он будет кидать, мам. Алексей, давай, мам. Давай. Так, смотри, ага. Сейчас видео не выключилось. Не-не-не-не. Так, Алексей, кидай. Так, наш мне. Там уже 10 минут, по-моему, есть. Видимо. Да там даже 11 минут тоже пошло, Сима. Да, да. Пошло время съемки, Сима. Попасть бы в 50. Ты попал куда? Да, попасть в 50. Там, где там она сама упадет. Ну да. Ай, не попал. Ну, мама. Там твердо, потом. Ну да, там как бы. Я мой. Че, потихоньку не спеша? О, отлично. О, да там красиво, там даже красиво получается, мам. У него в прошлом году тоже было красиво так. Ой, упала? Не страшно, мам. Может быть, а вообще одна не перекидывает. Пух там вообще. Ну, две перекидывают. Не, Люта, в сарпле там не мы не перекидываем. Знаю, ну, пускай, ну ладно, пускай две перекидывает, мам. Да, две. Да, две. Две. Может быть, доску повернуть? Не, доску повернуть, там может, не надо. С той стороны. Нет, там, не. Стой. Не. Не, подожди. Не, Люта, там поворачивай, ничего не надо, пух там пойдет. Не. Да, нет, это они так повесили уже там. Ой, пух, найдешь, мам, он прикинь, ты. Я понял, оп. Люд, надей пока одну прикинь, мам. Подожди, ты должна одну. Одну. Попал, вот это кино было. Попробуй попасть. Курсанты. Ну я хочу вот в центр. Там твердо, не пустят. Ну, мама, я. Ну. Попробуй. Во. А, вот, блин, опять упала. Во. Чего? Да. Кто? Ты. Я? Нет. Как вам не считается? А что он сказал? Лёха? Да. Ну, Лёха, как всё. Всё, проехали. Это вот новая прическа Олина. Ага, все почём. Каре, или как кто называется. Оля, телефоны целуются. Не потолок, я тебя умоляю, не потолок, Сима. Так, теперь Алика я кидаю, Сима. Одна прикидывает, Сима. Потом меня съехала. Так, все. Так, теперь они бери, теперь ты кидаешь, мам. Анюки там будет. Хорошо. Камера. Ага. Анька. А где Лёха? Кто? Лёха курить будет. Я думаю, Люба. Хорошо. Курить, мам. Дротики надо чинить. Да, чинить. Надо сейчас. Дротики инвалиды. Ага, точно. Пиписечные. Пиписечные тоже. Пиписечные инвалиды. Это Саша так говорил. Ой. Ему бы уколы поделали от психики. Психотропные уколы поделать ему надо. Язык длинный у него. У нас сегодня четверг. Соня? Нет, пятница. Соня, четверг, да. Все, что нам с тобой идти, не забывай. Соня, 2 ноября. Да. Завтра нам с тобой не идти. Не хочет.
Что там шушукается? Да нет, нет. О! Чем там еще? Что ты тут делаешь? Я уже третий раз кинула. Что ты там? Что? А, ну нормально, нормально, кидай. Все, не стало. Так, ладно, уже, блин, 15:40 минут. Отлично. Надо... Ты что не... Что? Там есть кое-что, можно, можно сфотоляпать. Что там? Мне... Что там? Где? Где сфотоляпать? Смотри. Вот это сама? Да. Ну давай тогда посмотрим. Вот такие вот. Так, какой-то ты вот держишь. Вот так возьми, посмотри. Или вот так. Смотри, вот сюда. Это просто... Чуть немножко похвата будет, то есть пошел, подожди. Ляпнула. Ну, сейчас уже получше. Давай. Спаси и сохрани. Все, отлично. Пакета нет. А этот маленький, да? Пойди. Рама, то так поместишься. Давайте я влазь, а то заверну и этим заклею. Скосим напотаю. А ты о трамвае забудешь. Не, Лёх, было раздали, я еще после Ставрополя еще меня жена не загрузила. Я же ничего не... Тебя скучно заметаю, потом не забудешь. Не, ну чтобы ее видно, чтобы не видно было. Газетку заверни, газета есть? Да, это что, Евдокимову дай под майку засунет. Че под майку? Грамоту ему, чтобы не помял. Она может... А вы в курсе, что городовой последний номер? Что? Вот этот. Нет. Нет, там написано. Про что? Про нас? Нет, последний номер. Прекращает существование газета. Временно. А я не видел. На третьей странице вверху. Да некогда читать нам было. Это ж вчера ты. Вчера это было. Ну так, где девушка с арбузом? Вот в том номере. Последний номер. Ты вчера брал? Да. Брал. Да. Я тоже взял, а читать не читал. Нет. Ну вот она последняя. Время там будет... Так, не умничай, мы продолжим. Ты Михайловская скажи, пусть раскритикуют, и чтобы продолжили. А Михайловская тут каким боком? Она ж не городовой. Корреспонденты в одной сфере. 3-10. Они же в одной связке идут все. Николай Иванович, а я Михайловскую вчера на 140 частей разделил. На сколько? На 140. И куда ж ты это самое, резинку? А я это, фото ее в приложение, в игру пазлы закинул, разбил на 140 частей и начал собирать. Ты случайно не колдун? Нет. Она вдруг где-нибудь развалится на 140 вот частей. Же. Будешь собирать. Ну да, во ВКонтакте игра, там чудо-пазлы. Вот, я ты что фотографируешь? Фото Михайловской закинул и на 140 частей разбил. А, ты ее разорвал? Я думал, ты ее разрезал. Ну, разбил на 140 частей. Это мозаика. Да, пазлы. Михайловская капец. Белая ромашка. А что она сделала? Кто? Михайловская? Да. Да ничего, просто прикол. Константиновка. О, это Новопятигорское озеро, где я живу. Здесь? Да. Что-то какое-то маленькое. А оно вот растекается. Ну вот район наш, Новопятигорск. Я знаю, вот смотри. Подожди, подожди. Вот она растечет, течет, 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 течет и так далее. Это Баткумок. Ну Баткумок идет, 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 идет. Лёш, мне так кажется, или тебя двое стало? В смысле? Две части. А где все? А где все? А где эти? А где те? Вон. Так. О, дротики. Как там дротики? Хавротики. Блин, уже 9... Опа-на. 20 минут почти видео. 20 минут? Да. Это будет скидываться час. У меня вот это видео, что я закинул в группу
как Васильевна играет в шахматы. Видео 24 минуты. И оно загружалось час. Час? Да. Я, значит, короче, поставил в час ночи загружаться, в два ночи она загрузилась. А что так быстро, долго? Долго? Не знаю, но видео. Видео 24 минуты. А само оно в группу загружалось час. Ужас. Да, в час ночи поставил загружаться и в группу, и в два ночи она загрузилась только. Ужас. И это при том, что я его законвертировал, сделал меньше мегабайт, которые там. А. Если бы я его не законвертировал, еще больше загружалось. И два часа, если не три. Все, я забросила. О, подожди. А ну-ка, Ань, на, подержи. Значит, видео тут идет, ничего не нажимай. Я сейчас подпрыгну. Ну давай. Это Леша снимает ротики. Держи. 21 минута видео. Ладно, короче, хватит, а то придется долго загружать. Выключай пока. А то придется 3 часа загружать. Ну да. А сколько там уже? Вон, 21, 22 минута пошла. А, ну все, значит, все. Надо, хватит, да. Лучше потом следующим сделать.